Покупая семечки на рынке, старайтесь выбирать зернышки среднего размера, формой, чтобы напоминали бочонок. Сильно крупные семечки, их тяжело чистить, и они, как правило, более пустые. Мелкие семечки чаще горят, и они не маслянистые. Вот средние формы и такие вот, как бачата, они самые вкусные. Ну, конечно, смотрите, чтобы там было поменьше мусора. Попробуйте, потому что могут продавать прелые семечки. Сейчас мы их пересыпем, повыбираем мусор. Вот такие вот, например, палочки могут попадаться. Вот, перекладываем в дуршлаг и моем их в проточной воде. Именно в проточной, чтобы смыть вот эту вот всю пыль. Пересыпаем семечки в дуршлаг. И идем их мыть. Сполоснуть надо семечки обязательно, потому что, во-первых, мелкий мусор вымывается, пыль вымывается, многие щелкают, лузгают, берут их в рот, особенно дети, чтобы ничем не наесться. Вот так вот хорошенько сполоснули, и сейчас будем выкладывать на полотенце просушить. На полотенце просушить семечки. Семечки богаты витаминами А, Д, Е. Полезны они для волос, для ногтей. Ну, конечно, сильными тоже увлекаться не стоит, чтобы не забить себе желудок. Хорошенько чистить их надо. Вот сейчас они полежат, немножко обсохнут. Мы их будем жарить двумя способами. На сковороде солененькие сделаем и в микроволновке остальную часть. Сейчас я разведу воду с солью. И сбрызгну часть семечек. И они будут такие солененькие, приятные, вкусные. Растворяем в воде соль. Сейчас она растворится, я перелью в обычный пульверизатор. И часть наших семечек сбрызну вот такой водичкой. На полстакана воды примерно я беру ложку чайную соли, чтобы он крепкий был. Но вы по своему вкусу, как вы хотите, степень просоленности семечек. Точно так же можно жарить и тыквенные семечки, и орешки. Перелили воду. И теперь часть семечек наших мы взбрызнем. Перевернем немножко вот так. Все. Немножко они постоят, чтобы просто напитаться, и будем жарить. Первую партию отправляем в микроволновку. Готовятся они там примерно 5-7 минут, смотря у кого какая микроволновка, какой там режим. Самое главное, каждую минуту нужно открывать дверцу и перемешивать их полностью. Потом пробуйте, иногда достаточно 4 минут, в зависимости от размера самой семечки. Я ставлю на 100% мощность, у меня такой режим, у вас, я не знаю как, смотрите сами. В общем, кто первый раз будет делать, обязательно пробуйте, но то, что нужно постоянно открывать дверь и перемешивать, это обязательно, чтобы они у вас не подгорели и равномерно прожарились. Достали наши семечки, которые были в микроволновке, аккуратненько, тарелка горячая. Сейчас попробуем на готовность. Ну вот, хорошо расщелкиваются. Семечко не подгорело. Сейчас попробуем на вкус. Ну, уже практически готовы. Сейчас я немножечко их накрою, они чуть-чуть постоят. В общем, можно уже не накрывать. В общем, готовились эти семечки 7 минут. Отлично, слышите, как щелкает скорлупочка, шкурочка. О, и хорошая семечка. Не горелая. Все прекрасно. Вкусно! Семечки высыпаем на сухую, хорошо разогретую сковородку с толстым дном. Тогда они хорошо прожарятся и не будут гореть. Их нужно постоянно помешивать. Примерно минут 5 они будут готовиться, потом мы их попробуем. И можно будет отключить и накрыть полотенцем. Только нужно будет обязательно пересыпать из сковороды в тарелку или в какую-нибудь там другую кастрюльку, но не в сковороде, чтобы они не погорели. Когда семечки начинают слегка потрескивать, значит они уже почти готовы. Их нужно непрерывно помешивать.
Буквально вот еще 1-2 минуты, и надо будет снимать с огня. Потом мы их закутаем, и они еще дойдут. Семечки на сковороде уже тоже у нас практически готовы. Сейчас я их отключу и поставлю немножко постоять. Не знаю, передается вам на камеру. Они немножко потрескивают. Это семечки, которые я сняла со сковородки. Они еще доходят. Вот такой есть характерный такой звук потрескивания. Он очень слабый. Все, сейчас я накрываю. И буквально через 5 минут наши семечки готовы. Снимаем полотенчика с наших семечек. Пробуем. Так, вот это семечки, которые у нас были на сковородочке. Семечки со сковородки лущатся хорошо. Вот такие. Ничего не горело. Сейчас попробуем на вкус. Чудесно. Кому хочется посолонее, можно просто больше добавить соли. Но для нас это прекрасно. И микроволновка. В общем, в микроволновке семечки приготовились быстрее, но, на мой взгляд, те, что на сковородке, немножко вкуснее. Всем приятного аппетита! Все семечки хорошо и равномерно прожарились.